времени суток в эфире прогноз погоды. А значит, совсем скоро вы узнаете, что приготовила для нас природа в пятницу, 15 июня. В студии для вас работает Николай Диденко. И приступим. Итак, в конце рабочей недели синоптическая картина на территории Украины будет неоднозначной. С одной стороны, предвещаются частые просветы, а с другой стороны, пасмурное небо и осадки в виде дождей. При этом средняя дневная температура воздуха по стране плюс 27 градусов. Далее детальнее о погоде в каждом из регионов. В центральной Украине суточные температурные показатели составят от 19 до 30 градусов тепла. Дождевые тучи займут Полтаву, Черкассы и Кропивницкий на весь день. Однако иногда осадки будут прерываться, и над этими городами в утренние и дневные часы возможны просветы. После обеда вероятность грозы 80%. На юге страны термометры в течение суток покажут от 17 до 34 градусов со знаком плюс. В основном метеорологи пророчат южанам ясный день. Но вот Симферополь днем, а в Херсон под вечер заглянут легкие облака. Осадков здесь не предвидится. Погоду в этот день нашим предкам предсказывало солнце. Если оно по вечеру не сядет в облако, то следующий день будет хорошим. А если сядет, то день выдастся ненастным и пасмурным. Нам лишь остается проявить свою наблюдательность и проверить это народное наблюдение. Теперь о прогнозах для западных областей. В Западной Украине температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах 15-23 градусов выше нуля. Здесь землю в течение всей пятницы будут остужать проливные дожди. В Ровно и во Львове грозы отшумят с ночи до захода солнца. В северной части страны минимальная ночная температура воздуха плюс 16, а максимальная дневная достигнет 27 градусов тепла. Наряду с периодическими прояснениями над северными городами местами после обеда, местами и с самого утра прогнозируются дожди и грозы. На востоке день выдастся погожим, за исключением Харьковской области, где с ночи до позднего вечера будут лить дожди. Термометры в регионе в течение суток покажут от 17 до 36 градусов выше нуля. А сейчас подробнее о погоде в восточных областях. В Луганской области ночью на термометрах можно увидеть 17-18 градусов тепла. Днем прогнозируется от 31 до 36 градусов. Луганск и Алчевск облака не побеспокоят до вечера. В Северодонецке легкая облачность будет наблюдаться в утренние часы, а также после захода солнца. В Донецкой области ночные температурные показатели составят от 18 до 20 градусов тепла. А в полуденные часы они будут колебаться в пределах 26-35 градусов. Начало пятницы предвещается ясным, но ближе к обеду в области предвидится легкая облачность. Атмосферное давление в этот день составит 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха при этом в течение суток будет меняться от 30 до 85%. Максимальная скорость ветра 6 метров в секунду. В Днепропетровской области после полуночи ожидается 19-20 градусов тепла. В дневное время от 29 до 35 градусов. В Днепре чистый небосвод будет радовать горожан своим видом в течение целых суток. В Павлограде с утра и до завершения дня прогнозируется переменная облачность. Кривой Рог кучевые облака навестят после обеда и не уйдут до захода солнца. И о прогнозах синоптиков для столицы Украины. При суточной температуре воздуха от 18 до 28 градусов тепла Киеву метеорологи обещают облачность с редкими прояснениями на столичном небосводе. С утра и до конца пятницы в городе будут идти дожди, возможно, гроза. Вот и вся информация, которую подготовили для нас специалисты на 15 июня. Думайте только о хорошем и наслаждайтесь летом в любых его проявлениях. До встречи в нашей студии.